Всем привет, я Артур Решетов, и это топ-шоу Ньюс, все самое интересное в мире шоу-бизнеса. Любимая многими актриса обратилась в правоохранительные органы из-за многочисленных угроз со стороны поклонника. Неизвестный постоянно пишет Татьяне Кравченко. Более того, пытается выманить у нее денежные средства в размере 10 тысяч рублей. Кравченко намерена наказать обидчика по всей строгости закона. Об этом более подробно прямо сейчас. Недавно звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко узнала на своем опыте, что такое быть целью навязчивого поклонника. Поначалу неизвестный мужчина забрасывал актрису сообщениями с угрозами, а позже стал выпрашивать у нее денежные средства в размере 10 тысяч рублей. Себе побивикай! Шумахер недоделанный! Нет, он-то видал. Валюша, ты знак 90 видела? Кажись, видела, что. Так вот он означает максимально допустимую скорость, а не количество дней, до которых мы доберемся домой. 64-летняя Татьяна Эдуардовна не намерена пускать дело на самотек, потому что неизвестно, что творится в голове горе-поклонника. Поэтому она обратилась с заявлением на обидчика в правоохранительные органы. Кравченко не исключает, что в отношении незнакомца будут приняты жестокие меры. Чем закончится данная история, пока неизвестно. Ясно лишь одно – ситуация с горе-поклонником не первая скандальная история в жизни Татьяны Эдуардовны. Ранее актриса вместе со своей коллегой по сватам Олесей Железняк попала в черный список миротворца за сознательное нарушение государственной границы. Я тебя спрашиваю, Буханкина где? Ля, шо я ему, собака-поводырь, шо ля? На этом проблемы команды любимого кинопроекта, вызванной неустойчивой политической ситуацией между Украиной и Россией, увы, не закончились. Дело в том, что в свое время над популярным сериалом трудилась украинская студия «Квартал 95». Однако работу над проектом пришлось приостановить по политическим причинам. Более того, в конце ноября прошлого года «Сваты» были запрещены к показу на территории Незалежной. Позднее руководство украинского телеканала 1+1, на котором транслировался сериал, подал в суд на Министерство культуры страны, и запрет был приостановлен. Напомню, Татьяна Кравченко играет в «Сватах» на протяжении 10 лет. За это время она прикипела к актерам и съемочной команде. О своей героине Валентине Петровне Будько она отзывается с большим уважением. А кто из героев сериала «Сваты» тебе нравится больше и почему? Пиши свои ответы ниже в комментариях под этим видео. А у меня на этом все. Ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал. А также жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И будь в курсе всего самого интересного в мире шоу-бизнеса. Пока!